Вы напали на Чехословакию много лет назад. Также вы приехали еще в другие города, в Грузию и куда, и куда. И вы везде приезжаете с защитой. Но только вы своих русских не защищаете в самой России. А ведь сколько нищих стариков можно было накормить вместо растрачивания денег на безумную войну? Наш дорогой Владимир Владимирович Путин. Почему дорогой? Потому что очень дорого вы обходитесь нам. Сколько можно творить беспредел на нашей земле? Полностью на всей российской, а в Башкортостане тем более. Скажите, пожалуйста, как можно прожить пенсионеру на 8-9 тысяч рублей, когда мрот составляет 12,5 тысяч? Вы своей головой вообще там думаете или сидите? Вы лично и вся ваша дума. Как можно прожить, если мрот 11500, а пенсия 8-9 тысяч? Эти пенсионеры уже не смогли молчать и записали обращение лично к Путину. Подорожало все абсолютно. ГСМ растет. Как выживать? Мы не живем. Мы выживаем в вашем государстве, которое вы сотворили. Чисто тоталитарный режим, равный фашистской Германии. Этот крик души мгновенно разлетелся по сети. И только народ вправе решать, как ему жить. Что вы будете делать без народа? Вы хотите его полностью вытравить? С кем вы будете тогда здесь жить? Кто будет вам приносить такие богатства? За счет народа только вы живете все. Вы исполнительная власть. Мы народ, хозяева. А может, стоит и другим россиянам осознать себя хозяевами на своей же земле и остановить безумного бункерного деда?